Здравствуйте, друзья. Приехал я на рыбалочку. Нахожусь я на Финском заливе в районе города Зеленогорск. Хочу опять половить на ультралайт, ну, на свой универсальный монтаж. Там любую рыбу ловит. Просили показать, как я его вяжу. Как раз вот надо перевязать, потому что вот закрутился поводочек. Так, джиголовка 2 грамма. Здесь такая вот от флагмана, по-моему, такая букарашка. Крючочек. Наверное, номер 3 по советской классификации, то есть от острия до цевья 3 миллиметра. Ну, может, 4, наверное. Я когда вяжу, отвязаю где-то полметра флюорокарбона. Так, сначала привязываем крючок. Ну, любым узлом, который вам нравится. Я петлей с восьмеркой привязываю. Получилось. Руки что-то. Сейчас с мотором шел на румпеле. Пальцы так прихватило. С утра прохладненько. Время 8 утра. Так. Ну, я босиком, нормально. Так, не холодно, но просто. И не жарко, скажем так. Так, крючок привязали. Вот он на конце лески. Привязан крючок. То есть берем, вставляем длину поводка. Ну, сантиметров 8. Берем вот так вдвойне петлю. И вяжем в 8 сантиметрах от крючка. Тоже узел восьмерку. Вот, видите, получилось. Крючок у нас, поводок с крючком смотрит наверх. То есть эту петлю мы сейчас возле узелка, ну, сантиметр до узла, откусываем. Вот, у нас получился поводок. И он смотрит вверх. Вот. И здесь кончик получился сантиметров 30. Ну, мало ли, потом перевязать, там бывает же головку зацепляешь, отрываешь. Или другой вес перевязать. Застежки я никакие не использую, потому что лучше перевязать лишний раз узел. Такие маленькие веса лучше перевязывать на тонкой леске. Леска флюорокарбон 0,14 каида или кайда. Он и недорогой. Единственное, мне говорят, плохо хранится. Я хотел побольше купить. Говорят, не покупай. Так. Ну вот. Вот снасть получилась. То есть на этот крючок я сажаю обычно опарыша. Ну, можно и искусственного посадить опарыша.
Главное, чтобы фрикцион на катушке был хорошо налажен. И тогда даже трофейную рыбу, то есть я доставал вот на такую снасть 2,7 килограмма судака. Видео есть на канале. Причем судак бился до последнего. Ничего, достал. Так, первый заброс комом. Забросили, и душку не откидываем. Пускай она спокойно опускается, приманка, на дно. Вертикально. Здесь глубина метров 5. Ну вот. Опустили на дно. И начинаем. Один моточек. Оборот катушки 2. Можно и подергивать кончиком удилища, но я так не люблю особо делать, потому что тогда неровная намотка на катушке получается. А так все-таки, когда катушкой ты подматываешь, все ровненько укладывается. А разница там в игре приманки, я думаю, что на такой глубине, на таком удалении невеликая. Кончиком удилища ты анимацию проводишь или катушкой. Ой, хорошо. Ветер так, нехороший ветерочек, то северо-восток. Главное, ветер оттуда, а волна все равно с Балтики оттуда накатывает. Сейчас походим. У меня вот навигаторе в таком трек с 10. Это я когда его купил? В году в 12-м, в 13-м, наверное, в 13-м. Работает. А тот у меня первый навигатор еще вообще, наверное, в году 2005-м я купил. Etrex просто назывался, Etrex. Точки забиты, я сейчас пройдусь, на какой точке будет ловиться, там прикормлюсь. Потому что рыба-то не стоит, передвигается. Есть места, где постоянно она ловится, но там и народ постоянно будет стоять на этом месте. Вон там место, я знаю, там ямка такая, как, не знаю, метров 10 на 20 такая. И там постоянно люди стоят на этой ямке. И рыба есть, но и люди постоянно. Там даже если нет никого, ты встанешь, а потом придет там две лодки туда. И будут стоять. Поэтому лучше свою рыбку найти. В одну сторону забросили, потом в другую забрасываем.
Ладно, что будет, включу. О, блин. Это что такое? Тихонь. Ты что тут забыла, подруга, блин? И на эту самую, смотрите, на крокозябру в рот, все нормально. Ой. Маленькая. Есть что-то маленькое. О, давно не виделись. Ох ты ж, ёкарный бабай. Вот им понравилось-то вот это букарашка. Ой, солнышко, красота. Тут с утра подзамерз даже. Вода мутная какая уже. Зацветает. Надо на километры туда съездить. Там все-таки течение все время, так водичка посвежее. Что-то хорошее. О, лещ. Хороший лещ. Ух ты, бля. Красавец какой, вам покажу. Главное, за джиг головку взял. Фига. Ладно, то я сейчас с вами камеру еще утоплю. Блин, сопротивляется только, слушай. Редко так. Какой-то активный лещ. Да что такое? Как щука, блин. О, есть. Фух, класс. Как щуку вываживаю. Только что свечку не сделал. Блин. Где-то килограммчик. О, какой красавец. Где-то читал, что вот этой слизью судаки потому следуют за стаями леща, что они лечатся вот этой слизью.
Интересно. Ну, в принципе, она леща-то защищает, эта слизь. В воде-то хватает там всякой бяки. Почему бы и судаку не полечиться? Судака-то нету слизи. И типа он трется об леща и лечится. Главное, взял на эту вот, смотрите-ка она. Какая хорошая. Оказалась резиночка. Да, лещ влупил. Прикольно. И опять главное на эту. Ну, какой хороший. В рот все. За верхнюю губу. А этот уже зеленку кушает уже. Или отпустить его, куда он мне нужен. Пускай растет. Пускай. О, как стартанул. Аж свечку сделал. Маленький. Что там, кости одни. Пущай растет. Да, надо будет еще купить таких. Я не помню, как они называются. О, блин, уже отгрызли. У нее две лопасти такие, одну уже отгрызли, зараза. Главное, рядом опарыш висит, нифига. На резинку лупасит. Обалдеть. Что это рыбе надо? Снял это видео, это. О, сидит уже что-то. Лисий хвост, говорит, что берет на искусственную, на натуральную не берет, а на искусственную берет. Так вот она тут же, он в прямом эфире, блин. А это вот взяла на опарыша, подруга. Тихонь. Ой, красивая какая, прямо кусок серебра прямо. Какая красивая рыбка. Ай! Ну во, это уже возьмем. Это я как селедку засолю.
картофанчиком. Надо пробовать. На одно пробовать, на другое, на искусственные, на натуральные. Я раньше тоже там по зиме думаешь, ну если на мотыля не ловится, то ни на что не ловится. А фига там. На мотыля не ловится, а поставишь какую-нибудь балду, она ловится, блин. Или на мотыля ёрш ловится, она. На блесну крупный окунь. Или наоборот, на блесну нифига не мелочь вот такая клюет окушки. А поставишь одного опарыша, лупят по полкило окуня. Рыбалка чем и интересна. О. Вот видно. О, какая хорошая. Окуха. Покушал, эти скорлупки от яйца побросал, сразу подошла плотвина. Она любит, когда сверху что-то падает такое. Сразу подходит. Можно даже просто песка набрать. Или ракушки. Если есть ракушка там по берегу, бывает, много валяется. И так по горсточке бросать. И плотва подойдет. Небо прямо эпичное. Ой, красотень какая. Thank you.
бимба. Сырть. Так, надо доставать. О, кушок. Кушок. Нет, что-то окуня-то вообще нету. Обычно один окунь ловится. Тут один окунь. Есть что-то хорошее. Что-то хорошее, ребята. О, кушара. Грамм 500. Нормально. Ещ. За самый краешек. Так, ну буду я заканчивать. Порыбачили хорошо. Рыбки вот поймали. Вот так, густера. Кушара хороший какой. Класс. Килограмм 5-то поймал. Тира чисто еще. Травы не наелась. Хотя уже травы много. Ладно. Всего хорошего, друзья. До свидания.